меня слышишь? Это Кендра. Они напали на нас. Мне удалось сбежать, а Хэммонд... Он просто исчез. Кендра? Ты где? Рада слышать, что ты жив, Хэммонд. Я забыла серверной главного компьютера. Слышу, как они шастают снаружи. Думаю, они не знают обо мне. Могу подключиться отсюда к любой системе. Я взломала защиту и нашла несколько отчетов колонии. До того, как они начали разработку планеты, среди колонистов стали отмечать случаи сумасшествия. Это как-то связано с артефактом, который нашли на планете. Они называют его обелиск, но информации по нему мало. Я определила, где ты. Подожди, я открою дверь в топливный отсек. Оттуда ты сможешь пробраться к двигателям. Зона невесомости.
Активирована фаза зажигания. Пожалуйста, ждите. Отлично. Все системы работают. Наконец-то хорошие новости. Айзек, найди вагонетку. Я выведу нас на геостационар. Погоди, рано еще расслабляться. При смене орбиты корабль пройдет через поле осколков, поднятых с планеты. А метеоритная защита корабля не работает. Если ее не починить, нас разнесет на части. Черт побери. Хорошо, посмотрю, что я смогу сделать. Айзек, жду тебя на мостике. Тут от тебя больше пользы. Это я, Николь.